Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Движение пассажирских автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, теперь можно отследить на сайте go2bus.ru, где нужно будет в разделе «Город» выбрать Кызыл, Республика Тыва. Об этом сообщил на своей официальной странице министр дорожно-транспортного комплекса Олег Бады. Цитата: «Спешу поделиться новостью о том, что в тестовом режиме запущено мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта go2bus. Приложение позволяет в реальном времени видеть положение автобусов на маршруте и ориентировочное время прибытия на нужную остановку. Так как программа в тестовом режиме, данные о времени прибытия могут быть немного неточными, в частности, и их актуальность будет зависеть от качества интернет-соединения на ваших устройствах. Пока еще не все перевозчики занесены в данное приложение, и, возможно, более скорое прибытие автобуса, который не отображается в приложении. Стоит отметить, что в данном направлении работы ведутся и совершенствуются». Конец цитаты. Напомним, что задачу выстроить удобную для горожан систему пассажироперевозок поставил в своем послании Верховному Хуралу глава Тувы Шалбан Караул. Горная мотострелковая бригада, дислоцированная в Туве, впервые поборется за почетное звание «Ударная». Военнослужащие на горном полигоне «Карахак» продемонстрируют профессиональное мастерство по основным предметам боевой подготовки. Им необходимо будет выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного вооружения и преодолеть маршрут зачетного упражнения по пересеченной местности на специальных автомобилях «Тигр». Особое внимание будет уделено подготовке соединения к введению боевых действий в горных условиях, противодействию воздушным средствам нападения условного противника, в том числе беспилотным летательным аппаратом. Горные мотострелки неоднократно выполняли задачи в ходе международных учений в Центрально-Азиатском регионе. Статус ударных соединений присваивается специальным приказом министра обороны России в отношении наиболее боеспособных мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, а также подразделений морской пехоты. В Кызыле снесут все аварийные дома в так называемом Шанхае. Ветхие, пожароопасные и криминальные сейчас, этот район может стать одним из самых перспективных в столице в будущем. Пресс-служба мэрии Кызыла обнародовала план перестройки микрорайона Шанхай, за которым в народе прочно утвердилось это название, по ассоциации со старым китайским Шанхаем, где кучно стояли многочисленные лачуги. Помимо жалоб населения на плохие бытовые условия и слабую инфраструктуру, больше всего претензий к властям по этому району у пожарных. Несоблюдение элементарных норм в одном доме часто приводило к пожарам в соседних строениях. В Минстрое Тувы сообщили, все аварийные дома, а их не менее 25% в Шанхае, будут снесены в 2019 году. Соответственно, к этому сроку переселят и всех жильцов. Следом начнется перестройка микрорайона. Будут построены 8 пятиэтажек и 7 девятиэтажек. В планах также новые административные здания, детский сад, школа и торговый центр. Тем более действующая 14-я школа Кызыла давно признана аварийной. По словам главного архитектора Кызыла Арлана Дангака, Шанхай на самом деле очень перспективный район. Большой по площади, но жителей не так уж и много, так как там в основном частные дома. Республиканский запас семян зерновых культур в размере 5000 тонн сформирован для проведения посевной кампании в 2019 году. Это 3000 тонны овса, 1000 тонны пшеницы и 1000 тонн ячменя. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы. Напомним, что в этом году государственная поддержка хозяйствам оказывалась после заключения соглашения, где устанавливались такие индикативные показатели, как площадь посева и объем валового сбора зерна с урожайностью не менее 15 центнеров с гектара, а также условия сохранения семян под посев следующего года. Запас семян хранится на складах в Болгазине, где есть соответствующие условия. Приоритетом Минсельхозпрода Тувы остается увеличение посевных площадей. Стимулом является техническая модернизация. При поддержке правительства республики финансирование на закупку современной сельхозтехники увеличивается с каждым годом. Если два года назад выделяли 16 миллионов рублей, то в бюджете 2019 года закладывается 40 миллионов рублей. Техника позволяет обеспечить своевременный посев в рамках агротехнических сроков, соблюдение необходимых норм возделывания.
В минувшие дни в рамках межрегионального форума предпринимательства Сибири состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между союзами промышленников и предпринимателей Красноярского края, Республики Тыва и Хакасии. Деловое сообщество соседних регионов договорилось о взаимодействии для поддержания баланса интересов общества, власти и бизнеса. Союзы трех территорий будут содействовать в реализации приоритетных экономических проектов и государственных инвестиционных программ, в том числе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Сотрудничество будет также направлено на стимулирование развития производственно-кооперативных отношений, научно-технического сотрудничества территорий в частности. В рамках форума также было проведено первое заседание рабочей группы по реализации подписанного соглашения. Курировать сотрудничество территорий поручено уполномоченным представителям союзов. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 82 копейки, а евро 75 рублей 33 копейки. Шубу купила, X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй Ладу X-Ray. Приходите на выставку «Шубы на расхват». С 18 по 21 октября ЦУМ «Цокольный этаж». В Горро есть все. Оборудование. Автосервисная, шиномонтажная, компрессорная, подъемная, моечная, сварочная, диагностическая. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты, подкачки шин, груза, пластыри. Горро. Некрасова 45, 32, 22, 15. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Простоп». Это оригинальные аксессуары по сказочным ценам. Гарантия качества. Кочетова 49, второй этаж. Десяти лучшим муниципальным районам Республики Тыва в рамках проекта «Главы Республики Тыва в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» будут присуждены гранты в размере 200 тысяч рублей. 19 октября в конференц-зале Министерства образования и науки региона состоялся очный этап конкурса. Выявление и поддержка 10 лучших муниципальных районов Тувы по оказанию мер социальной поддержки детям дошкольного возраста 6-7 лет, участников проекта «Главы Республики Тыва в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Главная цель конкурса. Только 12 участников прошли на очный этап конкурса. Они должны защитить свои публичные презентации проектов. 10 лучшим муниципальным районам в рамках губернаторского проекта будут присуждены гранты. Основные критерии, которыми будет руководствоваться конкурсная комиссия, это социальная значимость проекта, инновационность и перспектива, а также качество оформления и информационное освещение. С 22 по 27 октября в Республике Тыва на базе Республиканского наркологического диспансера будет работать научно-исследовательская экспедиция НИИ психического здоровья РАН города Томска. Главная цель приезда научных сотрудников – проведение клинико-психологического исследования больных алкогольной зависимостью женщин и мужчин. В составе экспедиции приезжает врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Кисель, научные сотрудники, клинические психологи Анастасия Пешковская и Илья Белокрылов. Наталья Игоревна Кисель – научный сотрудник отделения аддиктивных состояний, автор диссертации, которая посвящена особенностям алкоголизма среди женщин. В научную тематику отделения входит исследование наркологической и алкогольной зависимостей сибирского и дальневосточного регионов. Таким образом, научные исследования в Республике Тыва имеют важное значение для научных изысканий института. В рамках экспедиции будет организован прием населения Республики Тыва, желающие могут получить консультативно-диагностическую и лечебную помощь по проблеме алкоголизма. В течение многих лет, более 10, мы тесно сотрудничаем с Томским НИИ психического здоровья. Они здесь уже провели 3 экспедиции у нас выездные. И в этом году приезжает с 22 по 27 число еще одна экспедиция. Возглавляет эту экспедицию Наталья Игоревна Кисель, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Ее личная разработка – это исследование женского алкоголизма. И вот мы очень просили, чтобы приехал человек, который занимается именно этой проблематикой, потому что на сегодняшний день это в нашей республике это одна из серьезнейших патологий, вопросов.
В минувшие дни в Национальном театре Тувы завершились юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию Союза композиторов Тувы. Состоялся праздник живой музыки и творчества. Грандиозный концерт с участием профессиональных музыкантов Тувы, студентов Кызылского колледжа искусств и учащихся Республиканской школы искусств. Слова приветствия и напутствия музыкантам и поклонникам академической музыки прозвучали от председателя правления Союза композиторов России Рашида Калимуллина. Очень рады, что мы оказались на тувинской земле. Вот. Действительно, реально очень такой значимый праздник. 40 лет организации, композиторской организации Тувинской республики. Кроме этого, с музыкальным подарком в Туву прибыли давние друзья – артисты симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии. Они вместе с тувинскими коллегами исполнили ряд замечательных произведений. Песни из кинофильма «Люди голубых рек» Алексея Чергылова, молодежная увертюра Владимира Тока и увертюра к опере «Чечены Беликма» Ростислава Кинденбиля. Стоит отметить, что среди участников и зрителей немало учащихся детских школ искусств и студентов Кызылского колледжа искусств. Ведь именно им в будущем продолжать это благородное дело – нести в народ свет академической музыки. Шубы-трансформеры, трапеции, модель автоледи, элегантная шуба в пол. Здесь, на меховой выставке «Зимняя сказка», вы найдете любую шубу из натурального меха. Кстати, на этот раз выставка «Зимняя сказка» открыла двери для своих покупателей в торговом доме ЦУМ по улице Тувинских добровольцев, 22. Норка, мутон, енот, кролик Рекс. Искупаться в волнующей нежности меха может каждая модница. Самое главное – правильно подобрать именно свою шубку. Рыжеволосым красоткам подойдут все оттенки классической коричневой норки, а прекрасные блондинки и жгучие брюнетки будут неотразимы в белой норке. Не бойтесь ярких решений, качество меховых изделий, как всегда, на высоте. Каждая шуба имеет свой уникальный чип, подтверждающий истинное происхождение меха. Все представленные меха на нашей выставке отличного качества отшиваются на российской фабрике с соблюдением всех требований, сопровождаются чипированием и сертификацией. Плюс мы даем гарантию на каждое изделие 2 года. На выставке у нас есть интересные акции, то есть кролик Рекс можно купить за 16 тысяч, норковые шубы начинаются от 44 900 рублей, и любую шубу можно приобрести до года без переплаты, без первого взноса. На выставке есть наличный расчет, так и безналичный расчет. Всех ждем посетить нашу выставку. Уже готовы утеплиться? Приходите на меховую выставку «Зимняя сказка». Ваше идеальное одеяние уже здесь. Торговый дом ЦУМ, улица Тувинских добровольцев, 22. С 22 по 28 октября включительно. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. По республике переменная облачность, местами небольшой умеренный дождь. Мокрый снег, снег. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1, -3 градуса, днем +8, +10 градусов. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно.